говорит она, но в принципе, да, друзья, как вам нравится, нет? Аплодисменты. Вручай, Ленаевская, умница! Фу. Так, тем временем. Мы переходим к самому тяжелому случаю в мировой психиатрической практике. Это Николай! Судя по всему, Николай тоже мечтал рисовать с 3 лет, но так и не научился. Рисует преимущественно в таком направлении, как арт-поп-модерн, гиперэкспрессионизм Сальвадора Дали, Пикассо вообще покуривает в стороне. Показывает самые стыдные движения. Можно я буду говорить то, о чем я думаю? Грудь стоячая, что радует, самое главное. Грудь стоячая, девятая, это хорошо. Ну, похудела немножко в ногах, фиг с ним. Ладно, ну там зато не целлюлит, нету. Полава ты грудь, не пропала талия, руки не пропала талия. Не без улыбки, видимо, скрывая отсутствие зубов, взгляд в небо. Всего лишь 2 морщины. Всего лишь 2. И единственный вопрос к себе, Николай. Почему вместо волос на голове колючая проволока? Волосы химия. Знаешь, в чем плюс этой картины? Что по большому счету, чего уж там, положа руку на сердце, эту картину можно смотреть и так. И даже так. И в принципе так. Суть, по большому счету, не меняется.